Всем привет! Добро пожаловать на мой канал «Другая жизнь» с Марина Кью. И сегодня вашему вниманию очередное влоговое видео. Если на мой канал сегодня вы попали совершенно случайно, давайте я вам быстро нас всех представлю. Меня зовут Марина, мне 42 года. На видео только что вы видели моего мужа. Его зовут Чет, и ему 49 лет. На заднем плане вы видите, отдыхает наш кот Вуки, и старший мой сын Роман занимается уроками. Ему 14 лет, и в этом году он заканчивает 8 класс средней американской школы. С мужем мы познакомились 9 лет назад на сайте знакомств, и в этом году будем отмечать нашу 7-ю годовщину. А в браке у нас родилась двойня, сын и дочь. Скоро им исполняется 6 лет. Видео сегодня подарит вам хорошее настроение, покажем немного наших будней и о продолжении ремонта в детских комнатах. Если такой формат вам интересен, присоединяйтесь. Катя, ты будешь легкий в этот раз уровень или тяжелый? Легкий? I want easy. Да, легкий, окей. Okay. Alright. Oh, Nikita has got easy, okay? Oh. Try touching again. There you go. Okay. Вот Катя. Эта игра в нашем доме появилась не так давно, и дети в огромном восторге. Мы даже не ожидали, что эта игра вызовет такой восторг у детей. Но в этой игре Катя проигрывает чаще, так как все ее движения более хаотичны. А Никита у нас выигрывает все чаще и чаще, так как к игре он подходит очень ответственно. И лишних движений просто не делает настоящий мужчина. It's okay, Katya, you won before, yes? Yeah, we tried to get both of us to like a tie. Именно так проходят последнее время наши вечера. Всю энергию, которую дети не успели потратить в течение дня, они тратят ближе ко сну. На днях мы начали небольшой косметический ремонт в детских комнатах. Думаю, эту часть вы видели, и в эти выходные будет у нас завершающий этап. У Кати получилась самая настоящая комната принцессы. Она еще, правда, нуждается в некоторой доработке. А у младшего, у Никитки, настоящая комната супергероя. Папа все знает, папа все сделает. Катя, ну. Подожди, Никита. I don't know if this is gonna fit. Do you need my help? Don't even think of it. Oh. Awesome. Now we can come. Катя, did you open already? What color you have? Ты уже открывала? Какой у тебя там цвет? Wait, wait. I didn't know what color. Not yet? Okay, папа откроет. Оп. I need to check what kind of colors in my remote. What kind of colors in my remote? Yes, you're so excited. So excited about my first day of being cooking. Какой цвет ты хочешь себе первый выбрать? Pink. Розовый, да, скажи розовый. 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 Look at this dance. Okay, вот мои. Подожди, Кать, подожди. So this is the center, right? Okay. Да, ты любишь свою собачку.
Remember, yeah. We bought him a very, very long time. Год назад уже. Он уже с нами больше года даже живет. Сикак, нет. Успокойся. Ой, смотри, как он обрадовался. О, Катя, если ты хочешь, пойди его, пожалуйста, покорми. Пойди ему. Сикак, come here. Иди, тебя Катя покормит. Thank you. Do you like it? Yeah. Да, сейчас тебе еще сюда папа подвесит огонечки, и ты сможешь менять на любой цвет, да? Будет прям как у настоящей принцессы. Мама, the lights. If we put the lights on, then the colors will get on. It's white. Mm-hmm. I need this. That's the remote. I think these are just extras. This is how we install them with the curtain. Mm-hmm. Ну, Кать, смотри, там они как звездочки. Yes, we didn't use that. We installed it a different way. My remote! Mm-hmm. There's the battery pack. There's a word in here. Don't even look at it, Teddy. Okay. You want me to try to pin this? Yes, one? Like somewhere a little bit, yes. Okay, let me... Do you need more? I think we can leave that strand the way I pinned it through the curtains alone. Uh-huh. And then this one I'll just pull it back a little bit. Uh-huh. Open your eye. Yep. А ну, давай посмотрим, что у нас получилось. Oh, you like it? Yeah. I think we need, like, you know, a little bit. No, it quite looks good. Oh, it's look awesome, Катя. Настоящая комната принцессы. Да, тебе нравится, Кать? There we go, that's better. Oh. А ну-ка, включи, покажи, как оно мигает, поменяй цвета разные. Да, какие у тебя там еще есть цвета? А ну покажи. Зеленый, розовый, да? Голубой, розовый. Какой тебе больше всего цвет нравится? All of them. Все? Да, теперь у нас в доме будет тишина. У нас Катя обычно болтушка, но теперь она будет занята, да, в своей комнате. Мама, do you want to see that sign over there, what I put on the door? Yeah. Good. Now no monsters can get in and eat my feet. There's no monsters in Kansas. Remember I sprayed for monsters? Pretty cool. She's happy. Thank you, Papa. Okay, I think next a couple hours we can be free. Nikit, do you wanna see Katya's room? Да, Катя тебя зовет. Do you like it? Yeah. Even it has some glue. Okay, let's go. Nikita, Sihak, let's go for a walk. Пойдем, я с тобой погуляю, да? Ты уже покушал, Катя тебя покормила, теперь время погулять. Идем. А теперь мы приехали в магазин Hobby Lobby, где Никита хочет выбрать для себя декор в свою комнату. We will see. Никит, тебе не страшно? Смотри, какой он страшный. Look, he wants this is Joker, but it looks so... Joker? Scary. No, you can do Joker, but that's with Batman. Yeah, you could Batman. Okay, so Joker. Okay, you can pick another one. I'm never gonna go in your room without Joker. Goodbye.
I'm moving on. I thought you want Spider-Man, no? Gotcha. Okay, I will help. I do like flash your best. So this one, now Nikita, you notice this changes, right? Yeah. I want to be picking. Hey, look at Nikita, this. Nikita. So you got Joker and, what's her name? Catwoman? No. No, his girlfriend. You dressed up as her. It's Harley. Joker girl. It's Joker and Harley Quinn, and then when you move it, it's Batman and Batgirl. Yep. So it changes. Okay, so it's not Spider-Man, it's Batman. Yep. Nikita, what about this one? Look, it's cool. It's all of them, you see? Crazy. Yes, it's kind of crazy. Yep, Самый любимый персонаж Никиты – это Человек-паук, но сегодня он почему-то решил выбрать Джокера. Персонаж, конечно, очень неприятный, не для детской комнаты, когда мальчику только 6 лет, и я искренне пыталась изменить Никитино мнение, указывала ему, как много других классных здесь картин с множеством хороших, добрых супергероев, но, увы, Никита принял решение, и он очень хотел Джокера в свою комнату. Чет же в этой картине ничего такого зловещего, как я, мама, не видит и сказал, что раз это выбор Никиты, это его комната, значит мы будем покупать то, что он выберет. Я еще сделала пару попыток, к сожалению, безуспешных. И какие же картины мы выбрали сегодня, я вам уже скоро покажу. Покажи, что ты выбрала, да? Да, только папа, да? Мальчикам не входить, только папе. Да, it's cool. И Никита выбрал себе тоже. Ну, показывай. Ух, какой страшный. Да, отговаривали Никиту. А потом Катя сказала, что ей будет страшно заходить. И Никита сказал, тогда точно берем. Good. Давай. Can I watch the TV? Конечно. If you turn that on, I'm never gonna watch it. Окей, let's go there. Let's go there. Давайте за папой. Окей, Катя, держи. Окей, давай подержу твою карту. Держать? Вот такая у тебя куртка грязная, надо будет ее сегодня постирать. Нет. Никит, перестань. И еще одна маленькая покупка для Катиной комнаты. В ее гардеробной имеется маленькая зона для ее кукол. И Катя попросила установить папу ей туда полочку. Сейчас покажу, что же у нас получилось. Напомню лишь, что окончательный вариант будет немножечко позже, когда мы докупим все необходимое. Пойдем посмотрим, что там папа сделал в вашей комнате. Окей? Окей, let's go. See the sign? Yep. Да. You're not allowed to go in here. Nikita, you're not allowed to go in here. It says no boys allowed. Вот, Катя, it doesn't work? Yes, he doesn't listen. Nikita, please get out. Okay. Окей, Никита, иди покажи мне свой... А ну, давай. Awesome. А ну-ка. Та-да! Вау! No! Cool. No boys allowed. No boys allowed. Awesome. Grandma. Awesome. Yes. Did you say thank you, Papa? Thank you, Papa. Watch out. Tihak, let's go. And voila. Voila. Ta-da. Okay. Let's go. No, show. Show. Wow. Никита. Ник. What? Что я тебе говорила насчет пижамы? No pajamas. Говорю, сына зовут. А. А это правильно, что твердил не путать. Осен. Как вы обратили внимание, комнаты еще нуждаются в некоторой доработке. Мы еще будем заказывать шторы. Также для Никиты в эту комнату для баланса нужна будет еще одна картина в этом же стиле.
Скорее всего, Бэтмен, которого мы как раз и видели в этом же магазине. Да, надо будет еще тогда одну с этой стороны придумать. Да. Всем большое спасибо, кто нашел время и присоединился сегодня к нам в этом видео. А сегодня я хочу с вами попрощаться и, как всегда, увидимся с вами уже в моем следующем видео. Пока-пока, ребят.